Свыше 1 300 000 000 тенге выделят на гранты для медицинских университетов в Алматы. Средства будут направлены для обучения особо востребованных и дефицитных специальностей. Об этом на встрече с медицинским сообществом города сообщил глава мегаполиса Ербулат Досаев. Аким торжественно поздравил медработников с профессиональным праздником. Он отметил высокую значимость их работы и рассказал о мерах поддержки сферы здравоохранения. Мы намерены разработать новую комплексную программу модернизации здравоохранения города Алматы до 2030 года, которая будет ориентирована прежде всего на повышение эффективности и доступности первичной медико-санитарной помощи, модернизацию инфраструктуры и внедрение новых технологий в многопрофильных стационарах и службе родоспоможения. В целом, объем инвестиций из местного бюджета в систему здравоохранения города Алматы в текущем году составит почти 35 миллиардов тенге. В ходе торжественной церемонии 40 медицинских работников были отмечены наградами и благодарственными письмами. Многие из них уже десятки лет трудятся во благо и развитие системы здравоохранения города. Всего в Алматы насчитывается 182 медицинские организации. В них работает более 38 тысяч специалистов. Оценка моего труда за 26 лет трудового стажа оценена нашим президентом Республики Казахстан. Хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и заслуга нашего многотысячного коллектива службы скорой медицинской помощи. Им хочу сказать особые поздравления, еще раз крепкого здоровья, счастья, успехов. Всего хорошего.